Чуть больше месяца до единого дня голосования в Алтайском крае, помимо федеральных, пройдут выборы региональные. Жители края изберут новый состав АКЗС. Крайизбирком продолжает проверку документов, поступивших от кандидатов и партий. По актуальной информации по общекраевому итогу в настоящий момент зарегистрированы списки от «Справедливой России» и ЛДПР. Решение о регистрации еще трех избирательных объединений «Единой России», КПРФ и «Яблоко» будет принято на заседании избиркома 12 августа. По остальным проверка продолжается. Уже ясно точно, что в этом числе не будет одного из региональных отделений. Поступило решение конференции регионального отделения в Алтайском крае Всероссийской политической партии и партии «Великое Отечество», принятое 8 августа 2016 года, об отзыве краевого списка кандидатов в депутаты Алтайского краевого законодательного собрания. Данное избирательное объединение не планирует продолжать участие в избирательной кампании в таком качестве на выборах депутатов Алтайского краевого законодательного собрания. Что касается кандидатов-одномандатников, то их зарегистрировано 157. Избирательная комиссия Алтайского края приняла решение об отказе в отношении четырех кандидатов. Одного от партии «Яблоко», троих от коммунистической партии «Коммунисты России». Причина – наличие судимости, которая была скрыта. По остальным кандидатам проверка продолжается. Она продлится до 15 августа включительно.